Не обошел вниманием саммит Большой Семерки и украинский президент. Петр Порошенко призвал лидеров G7 не дать Москве продолжить свою агрессивную политику в отношении Украины. Об этом говорится на официальном сайте президента страны. Также Петр Порошенко обратился к лидерам Большой Семерки с призывом поддержать реформу украинской армии и усилить ее, в том числе новым вооружением.